Результат угледобывающей сферы нашей области во многом зависит от состояния железных дорог. В этом году Карагандинское погрузочно-транспортное управление приобрело уже 7 тысяч новых шпал, которые устанавливаются на поврежденных участках для поддержания путей в хорошем состоянии. Устаревшие шпалы могут служить причиной расширения колеи, а потом и схода составов. КПТУ ежегодно меняет более 10 тысяч шпал. Такие работы проходят согласно плану мероприятий и имеют сезонный характер. Шпалы меняют летом, осенью и весной. Каждая шпала стоит от 5500 тенге. В течение года проходят несколько видов работ по текущему содержанию железнодорожных путей. Смена остродефектных рельс, ремонт настилов железнодорожных переездов и ликвидация горных подработок. Сейчас работы по замене шпал проходят на большинстве перегонов между станциями КПТУ, на соединительных участках между станциями и шахтами и на шахтных дворах. Общая протяженность участков, задействованных в ремонте, около 300 километров. Перед заменой шпал дорожный мастер участка выявляет болезненные отрезки пути, согласовывает план мероприятий и только затем бригада занимается устранением неполадок. Сначала оградили щитами место работ, чтобы не было на нас наезда подвижного состава ни с одной, ни с другой стороны. Затем выкапываются выхода, расшиваются шпалы, поднимаются домкратами рельсы, клещами вынимаем шпалы, вытаскиваем. Выкапывается постель, при необходимости постель снимается. Затем заводится новая шпала, раскладываются на нее подкладки, раскладываются костыли, опускаются домкраты. Замеряется ширина колеи на этом участке, где разложены новые шпалы. И все зашивается по шаблону. В настоящее время годовой объем перевозимых грузов в КПТУ составляет 13,6 миллион тонн. Среднесуточная погрузка более 550 вагонов, а железнодорожное хозяйство представляет собой больше 370 километров пути. Срок службы новых шпал зависит от многих факторов, но в среднем составляет около 10 лет.